А я раз задницу почесал, видно? Естественное движение. Куда позвали, позволяет, допустим, человек. И раз, о, что-то у меня тут зачесалось. Я даже не смотрю, у меня вон там гора красивая, интересная. Можно так? Да. То есть, если позвал, ну, вот я именно захотел волосы. Ну, по-настоящему, да. Да, о, вот что-то у меня тут, вот крестик поправить или там. О, видно я почесал. Еще давай. То есть, какое-то естественное движение. Вот он подошел. Видно, я вот это решил. А быстро можешь так сделать? Видно? Вот это у меня тут вот. Видишь? Больно, естественно, движение любое. Решили вот почесать там. Можно голову, можно. Понятно? Значит, вам вас только дали. Вы вот этот момент какой-то. Пойди, вот прям секунд, полсекунды, вот дали руки. О, пошли, а дальше с этого движения вы начинаете что-то там, плечо почесать там, ясно? Но не так, у вас сила идет, а вы против силы. Вы чуть-чуть пойдите с силы, а потом начинаете что-то там, любое движение какое-то естественное делать там, да? Вот, поправить там крестик у кого есть, еще что-то там, шею себе можете почесать. Вписались в эту силу, а потом начинаете это движение делать естественно, и противник уже будет как бы... Уже ваше движение было, понял, нет? То движение, а потом оно перейдет уже в правильное движение. Чего тут зажму, а если еще что-то зажму, да? Давай. Видно? Правильно? То есть я отдаю. Тянусь совсем. А я пошел, я даже не стал ему. Вот видишь, ты опять что, два, потянул, бросил, потом опять. Так давай. А я пошел. А вот теперь забрал, видно? Да. То есть наступает время, где конечно. Еще тени. А я пошел, видно, я пошел. А вот теперь я забрал. Ну я ногами пошел, да? А у вас что будет, допустим, делать? Ох, делай. Ох, видно, вы не будете попадать. Да. Делай. Видно, какие мои? Значит, надо идти по силе. Если по силе не будете идти, то... Давай еще раз. Ну, я тут не... Я все равно чуть-чуть пошел. Видно, я полностью дал ему натянуть, да, выработаться. То есть, видно, я тебе... А ремень, допустим, держи, Саш. Заканчивается, а я руку еще даю. О! А ты видишь этот, как бы вот еще, сколько проглажит? Видно вот это расстояние? Да. Вот оно идет и... Да. Поняли? Да, схватай за руку. О, отдал! Видно? То же самое? Да. Я максимально все расслабил, все, что мог. Там плечи, там лопатки, там вот здесь как она. Даже бывает уже, допустим, там пронация, я могу супинацию еще сделать, а он тянет, я опять пронацию перейду, там, понятно? Ну все.